Семерых украинцев задержали в Великобритании. Их подозревают в незаконном пересечении границы страны. Каким путем нелегалы пытались пробраться на остров и что им за это грозит? Знает Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Инцидент произошел на востоке Англии, в городе Орфорд. Это довольно изолированный район с небольшим портом, преимущественно для прогулочных судов. Украинцам почти удалось незамеченными проникнуть в страну. Для этого они использовали 8-метровую парусную лодку. Но уже в самом конце пути не смогли справиться с сильным ветром. Судно отклонилось от курса, село на мель, и команда подала сигнал бедствия. Береговая охрана поспешила на помощь неудачливым мореплавателям. Подвоха не ожидали. Яхта была зарегистрирована в английском Корнуэле. Но спасательная операция оказалась непростой. Никто из попавших в беду людей не говорил по-английски. В конце концов, буксир удалось закрепить, и лодку доставили в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники пограничной службы и полиции. В украинском консульстве в Лондоне нам подтвердили, 7 украинцев задержали прямо на берегу, допросили и уже отправили в миграционные центры. 6, скорее всего, просто депортируют из страны, а вот капитану может грозить тюрьма за контрабанду людей. Это не первый случай попытки перевоза нелегальных мигрантов через Орфорд 3 года назад. В этом городе поймали 10 украинцев. 6 из них выслали под конвоем домой, а 4 организаторов осудили на сроки от года до 3 лет тюрьмы с последующей депортацией. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».